Владимир Сапрыкин. «Кресты». Читает автор. Россия православная в крестах. Кресты на куполах и на погостах. И осознать беду совсем непросто, когда жизнь в доме хуже, чем в крестах. Крестил Россию славный Мономах. Он веру укреплял в сердцах народа и расширял границы год от года, чтобы была Россия при делах. Сегодня храмов, как грибово крест, такая уж в России нынче мода. Там крестится помазанник народа, взваливший на себя российский крест. Тяжел тот крест, но это Божий перст.